Съели черный шоколад, тут вот такая штучка. Кушайте, моих собратьев, вот они, вот, пожалуйста, вот, кушай, кушай. Начало подгорать. Это, как мы знаем, стадия, которая мне нравится. Всем привет, в этом видео я буду жрать. Я знаю, что есть люди, которые не любят звуки еды, поэтому, если это вы, не смотрите это видео, это ужасно. Потому что я планирую, чтобы все было слышно. Еще я планирую, чтобы все слышали мои ногтики, если получится. Потому что я снова взяла ногтики. Итак, я буду есть не просто какую-то рандомную еду. Я буду есть австрийскую еду. Ну, точнее, я даже не знаю, зачем я делаю вот это. Я действительно буду есть австрийскую еду. Я спросила у своих друзей, которые здесь живут, типа, что мне можно такого австрийского поесть? И они мне насоветовали целый диван еды. Тут есть что-то, что можно есть просто, а есть что-то, что нужно готовить. И сначала я съем первое, а потом что-нибудь приготовлю и надеюсь, что у меня получится. Сначала давайте все посмотрим. Шмарн. Это какая-то штука, которую нужно готовить в сковородке с водой и как-то мешать. И получаются какие-то кусманы. Сервитенкнёдель. Видите? Österreich. Это какая-то штука, которую тоже нужно готовить в сковородке или что-то там еще, 30 минут. Так, Bergkäse. Сыр. Твердый сыр, какой-то местный. Потом, Mohn-Nudeln. Это, короче, нудельн с маком. Еще одно классическое блюдо. Rotkraut. Метапфель. О, ну, не знаю, метапфель это классика или нет, с яблочком. Но вообще вот это Rotkraut, красная, как ее... Красная. Короче, видите, тоже Kraut aus Österreich. Тоже какая-то классическая тема. Так. Картофельный салат. Я не знаю, что значит Erdäpfelsalat. Надеюсь, я взяла правильно. Если, а вдруг это не картошка? Я не знаю, что такое Erdäpfel. Вообще, тут должно было быть написано картофельный салат. Мариль. Это, короче, соус, это кровь венских людей. Это то, что у них в крови. У них в крови абрикосовый джем, абрикосовое варенье, варенье. Это то, что они кладут литерали вообще везде. Вообще везде. Вот, например, если можно съесть какую-нибудь булочку, в которой обычно шоколад или сливочный сыр, например, в пончике, да, в берлинере, они вот это покладут. Они засунут туда абрикос. Блинчики с абрикосом. Сырники с абрикосом. Вот хлеб с абрикосом, колбаса с абрикосом. Все будет с абрикосом. При этом абрикосов в магазине нет. Ты заметил, что абрикосов в магазине нет? Далее, переходим к сладкому. Конечно же, это конфетки Моцарт. Конфетки Моцарт. Кугельн, я правильно сказала? Короче, кругленькие и плоскенькие. Вот, я вроде как очень люблю кругленькие. Еще я решила попробовать растишку местную. Выглядит вот так. Здесь все так же, а тут вроде как что-то какой-то другой чел нарисован. Я просто очень сильно люблю растишку. И особенно вот с малиной. Так что будет попробовано. Далее. Это бонус. Это не австрийская тема, это какая-то европейская тема. Но я вот эти штуки ем очень много, и поэтому я решила еще на камеру их тоже съесть. Это мишки, которых можно есть. Медведи. Прикиньте, вот такое лицо. И он такой, вот, кушайте моих собратьев. Вот они, вот, пожалуйста, вот. Кушай, кушай. Винище. Подруга сказала, что это значит местный виноград. Цвайгельд. Блауа цвайгельд. Ничего вообще не написано здесь. Смотрите, просто вот ничего. Обычно здесь написано хоть что-то, типа там
вкусно есть вот с этим, с фруктами, бла-бла-бла-бла, какой-то там выебонистый текст. Здесь вообще ничего не написано. Короче, попробуем вино. Классика. Конечно же, вы, наверное, уже подумали, а где же они? Где же вот эти манер? Манер они называются? Где же вот эти вот вафли? Так вот они, вафли, вот они. Я не люблю классический вариант, я люблю вот этот. Это какой-то типа fancy wheat. И самый последний лот. I do not know. Я просто увидела, что написано Super Dickmans. Super Gross, понимаете? Super Gross. Начнем, пожалуй, с картофельного салата. Очень уксусно, солененько. Это картошка холодная. Почему-то ничем особо не пахнет. Ну, скорее уксусно, чем солененько, и поэтому еще немножко сладенько. Вот как это выглядит. Ну. Типа, если есть это как гарнир, то, наверное, это 8 из 10. Довольно-таки вкусно. Ну, тогда теперь попробуем вот эту goo. It's really gooey. Конечно, не люблю эти упаковки, потому что это непонятно, как хранить, если это открыто, но ладно. Что-то я баночку не нашла. Я выдавила кот наблевкал. Так. Короче, вот отсюда, из этой большой упаковки, запах довольно-таки мерзкий. Я не знаю, как это описать. Он просто мерзкий. Теперь попробуем вот этот red. Я бы сказала, что это очень невкусно. 0 из 10. Теперь давайте попробуем сырок. Пахнет не очень. Так. Чунидзе очень хочет сырок. Чунидзе, давай ты первая, иди сюда. Так, сидеть. Чунь, на, попробуй. Ну, Чуни очень заходит. Все, Чунь, больше не дам. Теперь я пробую. Наверняка очень удобно. Слушайте, мне вот запах не нравится, но вкус очень нравится. Да, все, I banish you. Больше не будет сыра. Больше сыра не будет. Иди сюда, сиди. Блин, похож. То ли на маленький чеддер, то ли на какой-то нежный чеддер. Тоже, не знаю, ну, это просто вкусняцкий сыр. Неожиданно. Он не мерзкий. Он не как гауда, не ж гауда. Обычно Чуня ненавидит участвовать в съемках. Может быть, сыр это изменит. Блин, я не могу перестать есть этот сыр. Он очень вкусный. 10 из 10. Ставим ему. Так. Хорошо, что можно было заесть этим сыром. Чего? Хорошо, что можно было... Она сыр.
теперь давайте попробуем растишку. Да? Паш, а можешь мне дать ложечку? Растишка. Спасибо. Как в детстве. Ну, это вылитый растишка. Текстура тоже как у растишки. Такая какая-то пюрешечная. Я обязательно сделаю из этого мороженое. Обожаю мороженое из растишки. Особенно банановое. Я обычно йогурт и банановый вообще не люблю. А мороженое, растишка банановая. Так, растишка 10 из 10. Obviously. Чунь, ты на что ты еще надеешься? Теперь давайте попробуем. Дикманс. Супер Дикманс. Кнакиге. Шоколаде. Это, видимо, вафелька. Да. А здесь что? Окей. Это вот эта тема. Это как? Как это называется? Шармель? Ну, это... Если честно, шармель вкуснее. Это очень нежная штука. Ой, фу. Вот эта вафля, она вообще не хрустящая. Из-за этого вообще как-то невкусно. Я вообще не понимаю, зачем здесь вафля. А тут верхняя часть. В принципе, нормальная. Но я бы не ела ее, потому что... Не знаю. It feels wrong. Шармель лучше. Ну, это 3, не знаю, 4 из 10. Типа, есть можно, но... Осторожно. Перейдем к классическому сильному игроку. Вафлям. Так, вот их надо открывать. Что я могу сказать? Это очень вкусно. Это не просто шоколадик, а вот с этим... орехом. И такой вот этот такой ореховый привкус появляется, но очень вкусный. Я обычно не очень сильно... Вообще, я забыла вам сказать, я ненавижу вафли. Я вообще ненавижу вафли, я вообще не могу их есть. Я могу их есть только если я сижу, не знаю, уже пятую пару в универе, и у кого-то внезапно вдруг есть еда, и это вафли. Тогда я съем, конечно. Я даже, не знаю, киткат могу съесть в такой ситуации. Но если у меня есть... выбор, если у меня там пирамида масла вся удовлетворена, то я не буду есть вафли. Но вот эта хрень мне нравится. На самом деле я оставлю это на потом, потому что я люблю играть в компьютер и есть эти вафли. Медведи. Реально, посмотрите, пожалуйста. Медведь такой, пожалуйста, съешьте моих друзей. Вот мои дети. Вот я король, а это мои подданные. Кушайте их. Смотрите, они рады даже будут. Они рады. Они рады идти на верную смерть. Хе-хе-хе. Да, мы хотим, чтобы нас съели. Да, я тоже люблю своих подданных отдавать на съедение. Как я их обожаю. И мне очень нравится, что они действительно все медведи. Что они как бы, они на упаковке ровно то, что в жизни. И у них еще разные позы. Например, вот этот. Такой, хе-хе, я хочу сделать шарик из себя. Я хочу обняться.
Я маленький медведь, я всего лишь хочу, чтобы меня съели, у меня есть пупочек. Они очень хрустящие, и это как будто вот картошка, которая в масле жестко вспухла, вспенилась, и она соленая, реально очень солененькая, и еще это очень... Из-за того, что я все-таки чувствую, что они очень масляные, хотя, ну, вроде нет, но по вкусу да. С них очень сильно наедаешься, поэтому нельзя есть много. Если много съесть, то вообще плохо станет. Надо есть вот эту штуку типа в 3-4 захода. И ничего с ними не случится, если они лежат просто и ждут. Они такие, мы очень ждем и дождемся. Мы хотим сырок. Мы хотим совсем немножечко сыра. Ну, так чисто. Чисто символически, да, Чунь? Голос. Голос, да. Так, иди сюда, иди сюда. Нельзя, Чунь, нельзя. Нельзя. Можно. Дай лапу. Ох ты моя хорошая, да. Все, больше не будет. У тебя столько сыра, ты нельзя. Ты себя видела, какой у тебя размер? Ты размером с мою руку. Сыра тебе можно, столько же мало. Так. Та-да! Попробуем мои любимые конфетки. На них нарисован братишка Моцарт. Блин, это темный шоколад. Ну ладно. Это темный шоколад. И в середине несколько начинок. Съели темный шоколад. Тут вот такая штучка. Какая-то мягкая штучка. Не знаю, пралине. Шоколад, потом вот такое пралине, потом шоколадненькое пралине, а вот здесь марципанчик, по-моему. По крайней мере, выглядит, ну да, я думаю, что это марципанчик. Ну, очень вкусно, мне нравится. Сладко, нежненько. Давайте еще вот эти попробуем. По-моему, я таких никогда не ела. Они плоские. О, ура! Это молочный шоколад. Тут тоже нанесен чел. Это абсолютно то же самое, но в плоском виде. Вот здесь сверху очень тонко марципанчик, потом ниже вот эти все пралинешечки. Теперь предлагаю попробовать этот напиток. Ням. Сделаем вид, что мы что-то знаем про это. Да, в этом грязном, немножечко мутном бокале. Вот так. Чунечка, нельзя. Угу. Так, на просвет, ну, довольно-таки, как сказать, неплотное, да, такое вот, ну, вот я на свет смотрю, такое вот водянистенькое, угу. Осадка нет, Блин, я надеюсь, что это видео не найдут австрийцы, потому что меня, наверное, убьют. Но вообще мне не понравилось. Потому что оно как будто так вот обжигает рот, но при этом оно довольно водянистое. То есть оно, ну, не плотное. Я люблю, когда красное вино прям такое плотное, как кровяк. Ну, такое тяжелое, как бы. А это очень такое легкое, но при этом вкус у него такой какой-то уксус, пипец. Такой прям... Ну, очень сильно, ну, короче, не мягкий вкус, но при этом реально как уксус пьешь, я не знаю.
это какой-то уксус ебаный, вообще невкусно. Oh my god. Seriously. У них на джеме Климт. Oh my god, so cultured. Абрикосово. Не знаю, ставлю 9 из 10, потому что не идеально абрикосово. Что такое идеально, я не знаю. Итак, наступило утро, и сейчас мы будем готовить с вами вот это. Готовить и жрать. Sieben Minuten Kochzeit. Готовить 7 минут. Zu einem glatten Teig Veruch. Ничего не понятно. Сейчас будем переводить. 250 миллилитров воды, это 250 грамм. 250 миллилитров, это 250 грамм. Достала из стиральной машины. Посудомойки. Смешайте 250 миллилитров холодной воды и содержимое мешочки в миске до однородного теста. Блин, надеюсь, это вкусно. В большой сковороде с покрытием нагрейте 1 столовую ложку сливочного масла, опустите тесто и на медленном огне... Господи, это что, изюм? Блин, нафиг. А, нет, это сливы, слава богу. Выпекать до золотистого цвета в течение 3 минут. 3 минуты запуск. Появляются какие-то пузырики. Четверть жидкого теста, оставшегося на поверхности, переверните и на медленном огне. Так, здесь начало очень пузыриться. Сейчас попробуем перевернуть что-нибудь. Ок. Выпекать до золотистого цвета в течение 3 минут. Разделите на мелкие кусочки и продолжайте выпекать в течение 1 минуты. Окей. Выглядит прям как на картинке. Пудры у нас не имеется, конечно. Так что выглядеть будет по умолчанию хуже. Начало подгорать. Это, как мы знаем, стадия, которая мне нравится. Я не тебе! Тесто. Австрийцы знают толк в тесте. Прикол в том, что это не похоже на блины. Это похоже скорее на манную кашу. Как тесто из манной каши. Многие из вас, наверное, не любят манную кашу. Если вы не любите, то вам это звучит отвратительно, но есть в мире и извращенцы такие, как я, которых в детском саду не пихали, которые сами voluntarily ели манную кашу. Вот, я люблю манную кашу. Поэтому у меня вот как-то похоже. Текстура интересная, как бы с одной стороны оно готово, то есть проблем нет. Но такое чувство, что оно немножко не готово, но оно готово точно. То есть оно, как бы так сказать, это не хлебное тесто, это какое-то более влажное тесто. Очень классно вот эти части сочетаются подпеченные, поджаренные, тверденькие, с нежной такой серединкой. Иногда тут встречаются маленькие кусочки сливы. Ребят, может это изюм, я, честно говоря, не понимаю. Если мне... Мне же пришла такая в голову идея, что если мне дать изюм и сказать, что это слива, то мне будет вкусно. Но если я буду знать, что это изюм, то я выкину в окно. Ну, в принципе, 7-8 из 10. Ну, вкусненько, но я не знаю, буду ли я готовить это снова. В принципе, прикольно хранить на всякий случай на черный день. Ой, что, мне пропылесось, пожалуйста. Молодец.
Все. Hello, это следующий день, и сегодня мы будем готовить сервитенкнёдель им кохбойтель. Я не знаю, из чего это сделано, похоже на картошку, но здесь не написано картофель, здесь написано семмельвюрфель. 60%. Вайзенмель. Какая-то мука. Так, сушеный кнёдель, салфетки без лактозы. Состав. Меня снимай. Семенное мясо 60%, пшеничная мука, соль, дрожжи. А вот, порошок из куриного яйца. Порошок из куриного яйца, это звучит как из РПГ какие-то... Так, рекомендация по приготовлению в кастрюле. Положите пельмени для салфеток в теплую воду с пакетиком для приготовления пищи. What? Чаще переворачивайте, полностью погружая. Дайте набухнуть в течение 5 минут. Положите в подсоленную кипящую воду варить на слабом огне 30 минут, периодически переворачивая. Засекаем 30 секунд. Минут. Сири, засеки 30 минут. Спасибо большое. Вот почему так хорошо работать с ассистентом. Дайте выпариться в течение 50 минут, пока фольга не оторвется от пельменей. Разрежьте пакет для приготовления пищи на одном конце. Снимите фольгу. Разложите что-то там узелок для салфеток. Она выглядит странно. Not gonna lie. Such австрийская еда. Если честно, вообще не хочется это есть. Что ж. Вот как выглядит. Ой, я забыла, что у меня есть flip screen. Пахнет чем-то. Абсолютно непонятно. Просто у меня очень плохо с запахами. Так, окей. Такая вот склизкая сосиска. Окей. Окей. Насколько я понимаю, австрийцы едят это как гарнир. Попробуем. Это вкусно, но я вообще не понимаю, что я ем. Тут есть такие как будто хлебные кусочки, и они такие как бы, ну, они мягкие, но сухенькие. А есть какие-то склизкие кусочки, как бы чем-то они напоминают картошку, либо тесто с картошкой, либо... Что-то такое вот крахмальное, I guess. Крахмальное, I guess, I don't know. Ну вообще, так прям сидишь и кушаешь. Довольно вкусно. 9 из 10, потому что реально вкусно. Просто очень непонятно. Непонятно, что я ем, что это за странная текстура. Но по вкусу, во. Ну что ж, это было странное видео. Спасибо, что посмотрели его. Везде запостите это видео. Никто из вас так не делает. Никто так не сделает. Раньше мы все так делали. А сейчас? Где хлеб блогерский? Где репосты? Везде запостить надо.
Понятно? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайк, коммент. И если хотите поддерживать создание моих видео, которые я снимаю каждую неделю. What is this hype? I don't know. Подписывайтесь тогда на Патреоне. Вот. Пока. А теперь Ксения демонстрирует чудеса вождения. Точнее, чудеса. А теперь Ксения демонстрирует свои прекрасные супер-мега-скиллы вождения. Отдай бумажечку.